Красавица с африканского острова бабочка Урания мадагаскарская – это дневная бабочка средних размеров, около 10 см, в высокогорных районах – около 7 см. На черном фоне крыльев расположены скопления маленьких чешуек, под микроскопом похожих на ленточки, чешуйки образуют радужные полосы желтых, зеленых, голубых и красноватых тонов, по краю фигурных задних крыльев проходит светлая бахрома, грудка Урании опушена оранжевыми волосками, яркая необычная окраска сигнализирует хищникам, что насекомое ядовито. Питается эта красавица нектаром цветов чая, ягодного эвкалипта и манго. В викторианскую эпоху крылья Урании мадагаскарской использовались в ювелирных изделиях. Причудливая асимметричная окраска крыльев мадагаскарской урании формируется в результате воздействия высоких температур еще в то время, когда насекомое находится внутри куколки.